Здравствуйте, меня зовут Эмиль Камальдинов Юнусович. Я хочу вам рассказать басню Крылова «Волк и ягненок». У сильного всегда бессильный виноват. Тому истории мы тьму примеров слышим, но мы истории не пишем, а вот о том, как в баснях говорят. Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться, и надо бы наш беде случиться, что около тех мест голодный рыскал волк. Ягненка видит он, на добычу стремится, но делу дать хотел законный великий толк. Кричит: «Как смеешь, что наглец! Нечистым рыбам здесь чистое будет питье мое! С песком и сылом! За дерзость такову я голову с тебя сорву!» Когда светлейший волк позволит, осмелюсь я донесть, что ниже поручу от светлости его шагов я наступью, и гневаться напрасно он изволит. Питья мутить ему и никак я не могу. Поэтому я лгу, негодник, слыхана ли такая дерзость в свете? Помилуй, еще отроду не буду, ягненок говорит. Так это был твой брат? Нет братьев у меня. Так это был кум и сват? И словом, кто-нибудь из вашего же роду? Вы сами, ваши псы и ваши пастухи. Вы все мне зла хотите? Если можете, то мне всегда вредите. Но я с тобой за их разведаюсь грехи. Ах, я в чем виноват? Молчи! Устала слушать. Да суп мне разбирать, винодай щенок! Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать. Сказал и в темный лес.